Что ты там увидела? Что ты там увидела? Что такое? Иди сюда. Ай. Ай. Не туда ж, ты ж надо мяч хватать. Ай. Что ж такое-то за игрушка у тебя? Разошлась. А этим завидно. Медведям. А если спиной-то везде к стеночке, чтобы это свалило. Да? Конечно, свалит. Она уже, наверное, весом-то больше. Она валяет только в путь. Она меня валяет. Леша валяет. Откормили-то, дай бог. Она чисто внешне, там он крупнее Лёши. Да и выше. Не выдержит канат. Она выдержит. Да ладно, выдержит. Канат выдержит. Меня? Нет, вряд ли. Он двоих нахуй выдержит. Я спиной тебе не буду поднимать. Вы что по углам все бегаете? Что? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Да, что ты тоже хочешь? Встали! Встали! Пусть нет, мяч интересен. Ну, сегодня мяч... целый день сидим мячом. Ой, а эта-то разошлась. Дашка-то... Посмотри, уже когти отрасли. Да, 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 мы не стригли. Так один раз за все. Когда приехал. Два раза мы стригли. Я минимум три раза стригла ей. Да, ладно. Я без тебя стригла, конечно. Да? И вот это вот еще повезла. Я даже не знаю, что уже здесь. Самое главное, чтобы все рядом. Это, конечно, хорошо. Которые эти наши. А, да, ну, да лучше. Эти там. У медведей было. Машка скачет, говорит, и я к вам, и я к вам, и я к вам. Вы ее избаловали, заходите все время. Я давно не была, но я... Когда уже набегаешься, красотка. Я вот это и пытаюсь сделать, чтобы она гуляла, играла, спокойно была. Чешется уже, что ли? Уже поменяли, почему там уже чесаться?
маляры имени Руси. Это же еще не все помню. Ай! Ай! Прекращай! Прекращай! Иди сюда! Славе Богу! Запарили, говорит. Макрая кошка, сейчас на. Зачем ты ее моешь? Они не любят. А? Они не любят. Некоторые любят. Она не против. Ей не нравится, когда на нее брызгают. Если ее. Она в основном такой насидит. Заряд тебя не ходит. Ну, чего? Все никак из возраста, из юного не выйдет. Как она еще в возрасте, в юном. Ну, фигура не в юном возрасте. Она просто, скажем, у меня вес такой великоватый. Вот там втроем-то, смотри. Четвертого подпустили. Все? На этого, скажем, можно нападать, разрешено. Ну, кто что позволил, да. Вы ее сейчас разгуляете и не успокоится. Не, она наоборот, она. Если ей надо их выигрывать, надо. Я с Бонни тоже регулярно вечером. И с ней было проще все-таки. Правильно, она вечером. Ну, да. Но она и понимала, вот спать идешь, она со мной ложилась. Это, конечно, такая тела. Ну это крупноватая же. Я думаю, я смогу, ну, как бы, ну, как, вон, воспитать. Ничего подобного, не получил. Что? Могу встанете покрасить. Видимо, я вкусное мясо побрызгать. Нет. Там белка пытается прилезть. Она уже все, она уже устала. Устала, да, все уже. Не ходи. Я туда. А зачем туда? Собак там нету. Собак там погладить. Не надо, Карина. Не надо там туда, волк. Карин. Там волк, у него переклинит сейчас. Он же все, один на меня. Братался, девчонки были, он на меня. Во. Сожрать пытался. Кого? Вот на Лену не стал кушать. Не стал кушать. Со мной играться с удовольствием. Это она чувствует себе добычу. Так, хватит. Ну, не за ноги, ладно? Тогда ушла, и это пойдет. А? Тогда бычка ушла, и это пойдет. Да, та ушла, и это пойдет. Не сильно, ладно, дорогая? Что ты мне дорываешь? Хорошо, хорошо. Зачем ты дорываешь? Смотри, то я же только кофточку. Вот это тоже не кофточку. Я же в руку. Куда впихнула? Дорогая. Эльза. Все. Хватит, 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 хватит. Ай. Тапок сниму. Хватит, два. Ну. Хватит, два, давай, Валя. Я понимаю, что тебе весело, дорогая моя. Ты в твоем веселье, блин, иногда бывает больно.